Всем привет, с вами Puss Pink, и я хочу сделать анпакинг одной очень-очень интересной для меня штуки, и я ее даже не распаковывала, хранила детство. Да, несмотря на то, что был заявлен ред на коробочке, пришел все-таки розовый. К лампочке идет блютусовый розовый пультик. Крепление для смартфона, как я понимаю. И моя ненаглядная, моя прелесть. Над информативностью я тоже, собственно, работаю. Вот так, собственно, выглядит лампа по диаметру. Проводочки, гарантийные талончики, чеки. Так, и сейчас будем, собственно, ее собирать. Я не буду вас мучить сборкой лампы. Я ее соберу и вернусь к вам в следующем эпизоде. A few moments later. Я не буду делать лишний раз рекламу, потому что на самом деле, еще раз повторюсь,
я покупаю лампу и вообще использую светолампу впервые в своей жизни, поэтому сама не знаю результат. Но если вам понравится агрегат, можете писать в комментариях, я вам отвечу и название, и модель, и характеристики. Я ее включаю впервые, я сама не знаю, как это работает. Штучка, как я понимаю, из инструкции называется диммером. Благодаря нему можно регулировать яркость и интенсивность света. Но когда вы записываете видео, ну, по крайней мере, я знаю из своего опыта, нужно не слишком засвечивать лицо, то есть нужно регулировать свет под себя. Обалдеть! Также кнопка регулировки яркости дублируется снаружи. Вот, собственно, мой оператор, поэтому кому не понравилось мое видео, виноват он. Я могу вам дать его координаты. Вот, собственно, мы видим результат. Я повторюсь, что я еще не привыкла к этому. Я еще ее не настроила. Но я надеюсь, в моих следующих видео вам понравится результат. На моем инстаграме вам понравятся мои фотографии, которые были сделаны благодаря этому свету. Я надеюсь, мой обзор хоть как-то вам помог. Всего хорошего. До скорых встреч. Прям другое качество. Новый уровень сексуальности.